если вообще не останется места, где на земле не был я или ты. И от Урюпинска до Эвереста всюду видны будут наши следы. Друзья, наше время названо не зря классиками временем больших перемещений. Это относится ко всем нам. Упали железные занавесы, открылись границы, мы уже давно путешествуем по миру, паспорта у нас полны, виз, вошло в обиход слово «шенген». Это особенно способны оценить люди моего поколения, которые жили еще в Советском Союзе, когда само понятие «за границей» было особым, когда приезжаешь за границу, и вдруг для тебя первое откровение, я в стихах выразил его, «а за границей нет иногородних». Правда? А за границей до сих пор вот такие мои стихи непонятные. На родине непонятно, а за границей нет. Дождик льет хорошо небосводу, светит месяц ему хорошо. Нам вернули горячую воду. Значит, лето на убыль пошло. Нигде не понимаю этот стихов. Или, например, первое столкновение с таким понятием, как шведский стол. Или все включено. Я помню, тогда написал. Как много в жизни съедено впустую. Это был мой первый шведский стол. А сколько, например, откровений было в какой-нибудь экзотической стране? А это что, у вас нога, а то я тут у вас на Кипре впервые. Ну, к примеру, да. Я продолжу свой доклад. Хорошо, 90-е годы, такие стихи. Зашли в таможню, а там интим. Так значит, можем, когда хотим. Только бывший советский человек может так написать. Хорошо, мы уже прошли эту таможню, мы летаем. Бывают, правда, происшествия во время полета. Читаете хронику происшествий. Поэтому пишутся такие стихи. Полет проходит на высоте, но пассажиры вокруг не те. Что ж, бывают несчастные случаи, ибо поздно менять попутчиков. И лишь большое мастерство пилота спасло нас от дальнейшего полета. Мы летаем по миру, мы делимся уже своим опытом, у нас свои обыкновения. Вот, например, кто-то меня, может быть, поймет сразу, если я прочитаю под рубрикой «Клуб путешественников» такие стихи. Дороги и меридианы, сбываются дальние страны, экзотика, сколь ее было, во стольких гостил я отелях, что больше не трачусь на мыло, шампуни и прочие гели. Хорошо, командировки бывают служебные и не очень. Ну, например, лишь окажусь в Сахаре по работе или на югах брегов турецких вроде, о, как в сомнении чешется висок. Не из меня ли сыплется песок? А как нам впаривают туристические продукты, я такое слово даже привел, впендюринг. Ну, например, там, а в нашем семизвездочном отеле система скидок, в том числе с постели. Так хочется сказать, от ваших скидок обморок голодных. Или, например, не ведают в отдельных скитах, в отсталых склепах, в отдаленных схронах про гибкую систему скидок и счастье бонусов сезонных. Все хоть какая-то движуха, а то зеленая тоска, так говорил Маклай Миклуха, туземцам подчиняя скайп. Ну хорошо. У вас бывают свои удачные случаи, наверняка, отдыха, свои традиции. Я хочу прочитать такое всеобщее, синтезирующее, что ли, стихотворение, вот такое вот программное. Солнце, воздух, воды, благодать, образец стабильности, погода. Это небо, где летать охота, да вот так снижаться и взмывать. Да с трансфером из аэропорта, если так продвинуто сказать, это эффективная природа, на чьем лоне самое оно. А закаты, как в 3D-кино, твердь сверх пятизвездна, до восхода дефиле планет, все включено. Эти травы, что успели, пальмы словно первенство во всем. 10 дней, а то и 2 недели, как в том самом сне, а ведь не сон. Местность, где полезно просыпаться, дважды в день как минимум питаться и неограниченно купаться. Вид на море из апартаментов, выход с первой линии на пляж. Этот класса премиум пейзаж. Колорит,
политкорректно местный, вдосталь примечательности. Это в статусе восьмого чуда света, вечный пик сезона, царство лета. И все это все, друзья, для таких лохов, как вы и я.